Я Лена Аверьянова, ваш координатор компании Avon. Покажу вам, как можно быстро отправить заказ на сайте. В адресную строку вашего браузера заводим адрес сайта www.avon.ru. И вам открывается главная страница официального сайта компании Avon. В правом верхнем углу нужно нажать на слово «Представителям». И на странице «Авторизованный вход» в поле «Компьютерный номер» завести ваш компьютерный номер, в поле «Пароль» завести ваш пароль, который вы придумали при регистрации. Теперь у вас есть и компьютерный номер, и пароль. После этого нажимаем на слово «Войти». Отправление вашего заказа на сайте – это самый удобный способ, самый информативный. Здесь можно увидеть всю информацию, которая вам необходима при размещении заказа. Вам открывается главная страница вашего личного офиса на сайте компании. В горизонтальном меню самое первое слово написано «Разместить заказ». Нажимаем на это слово. Вам может открыться баннер информационный с какими-то спецпредложениями по продукции в текущем каталоге. Если вам хочется воспользоваться данным предложением, вы нажимаете на слово «Добавить в заказ». Если нет, на слово «Продолжить». Также вам предлагается подтвердить ваши персональные данные. Вы можете изменить или оставить свой email, поменять номер телефона. И нажимаем на слово «Далее». Вы на первой страничке размещения заказа видите номер компании, по которой вы делаете заказ, или номер каталога, а также видите три различных типа заказа. Обычный, экспресс-заказ, срочная платная доставка. Хочу обратить ваше внимание, что обычный заказ приходит вам на ту почту, которую вы выбрали, когда оформлялись. Экспресс-заказ и срочная платная доставка приходят через один день после размещения заказа на экспресс-пункт доставки заказа, либо на почту, которую вы выберете, либо на, можно воспользоваться услугами постаматов. Эти два сервиса, экспресс-заказ и срочная платная доставка, доступны только для городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Иркутск и Хабаровск. Это города, где есть сборочные линии Avon. Ну, то есть вы можете этими сервисами воспользоваться, но получение заказов только в городах, которые я назвала. Выбрали тип заказа «Обычный». После этого нажимаем на слово «Начать заказ». Посмотрите, вы сразу видите, что стоят 4 цифры – 1, 2, 3, 4. Это шаги, по которым мы движемся для оформления заказа. Тот шаг, на котором мы находимся, выделен красным цветом. То есть мы сейчас видим, что мы находимся на шаге номер 1, который называется «Добавить к заказу», и кружочек у нас стоит красного цвета. Чуть выше в меню мы можем переходить на каталоге, выбирать продукцию из каталога или посмотреть каталог. Также можем воспользоваться, заказать для себя пробники, бизнес-аксессуары. Чуть ниже находится таблица, в которой написан номер компании, по которой мы делаем заказ, колоночка с кодами продукта и количеством. У каждого нашего продукта в каталоге есть 5-значный код. У вас должны быть записаны код продукта, количество и цена. Обладая этими данными, вы очень быстро заполните эту табличку. Заводим курсор в колоночку «Код продукта» и набираем тот код, который нам нужен. Количество 1. Если нам нужно 2 и более продуктов, мы ставим сразу же цифру 2. И так далее. Сюда вы заносите всю продукцию, которая вам необходима, лично для себя, для ваших знакомых, для ваших клиентов, вы все заносите в один заказ.
спустимся чуть ниже. Здесь же вы можете посмотреть описание продукции, которую вы заказали. То есть рядом с кодом, количеством у вас еще появляется наименование. На этом шаге вы можете что-то поменять, да, поставить количество товаров другое, которое вам необходимо. Вы можете удалить эту продукцию, поставив зеленую галочку в колоночке «Удалить». Можете оставить все как есть. Спускаемся чуть ниже. Посмотрите, сразу же в этом заказе, на этом шаге, мы можем заказать дополнительные каталоги на следующую кампанию и журнал для представителей «Мой Avon». Справа нам даны цены каталогов. Один каталог стоит 29, 3, 5, 10. То есть чем больше мы заказываем каталогов, тем они дешевле стоят. Рассчитайте так, чтобы у каждого вашего клиента был свой личный каталог. Это недорого и очень удобно. Чуть ниже вы видите описание, анонс следующего каталога. Что здесь будет, какие выгодные предложения, очень коротко, но тем не менее анонс дан, и вы можете также рассчитать. Может быть, у вас появятся еще и новые клиенты, обязательно для них закажите новые каталоги. Вы помните, что для новых представителей у нас есть возможность заказать набор пробных образцов. В течение первых трех ваших каталогов вы можете его приобрести по цене всего 149 рублей. Для этого нажмите на кнопку «Пробники и бизнес-аксессуары». Может появиться сообщение «Вы не сохранили сделанные изменения. Сохранить?» Нажмите на кнопку «Ок», чтобы сохранить все позиции, которые мы уже добавили в заказ. И нам открываются все пробники, которые мы можем заказать. Они разделены у нас по категориям: декоративная косметика, уход за кожей, парфюмерия, уход за телом. Да? Мы можем выбрать с вами любую. Все пробники, которые представлены у вас на сайте, вы можете заказывать в любом количестве, в любое время. Пожалуйста, пользуйтесь, это очень удобный инструмент. Спускаемся в самый низ пробников под разделом «Декоративная косметика», и вы видите под кодом 99105 набор пробных образцов для нового представителя. Всего 149 рублей. В этот набор пробников входит 12 пробников помады, 9 пробников туалетной воды, 6 женских и 3 мужских, а также пробники кремов из серии Inyou и Avon Solutions. Целый мешок пробников всего за 149 рублей. И это только предложение для вас, как для нового представителя. Для того, чтобы заказать, мы ставим количество 1 и нажимаем на кнопочку «Добавить в заказ». То же самое и с другими пробничками. Обратите внимание, в самом верху страницы вы видите номер заказа, наименование и количество. У вас заказано 6 наименований товаров, количество 11. И на каждой странице вы будете видеть эту подсказочку. Теперь мы нажимаем на слово «Продолжить». Мы сразу же попали на шаг 2 демо-продукты. Что это такое? Это возможность заказать новинки из уже следующего каталога. У нас с вами представлено демо-1 и демо-2, то есть две самые основные новинки следующего каталога. Для чего нам эти новинки нужны? Ну, конечно же, для того, чтобы показать своим клиентам, да, или продемонстрировать, потому что когда вы получите свой заказ, вы вместе с этим заказом получите уже каталоги новые, и здорово будет, если вместе с каталогами вы приносите уже продукцию, и ваши клиенты смогут попробовать, посмотреть, протестировать, продегустировать данные новинки. Для вас это выгодно еще тем, что цены на эти новинки всегда даны ниже тех цен, которые есть в каталоге. Как заказать эту продукцию? Значит, нам нужно просто нажать на слово «Заказать». Открывается окошечко с наименованием и кодом товаров. Мы ставим только количество. Обратите внимание, что демо-продукты можно заказать только по одной штуке. И
и нажимаем на слово «Добавить в заказ». После этого закрываем окошко. И продукцию, которую мы выбрали, она уже у нас добавилась к нашему заказу. Видите, да, уже стало 8 наименований, количество 13. Спускаемся ниже. Также на страничке демо-продукты, то есть на втором шаге, есть различные спецпредложения для вас, как для представителя. Эти предложения все время разные. Вам могут быть представлены наборы по интересным ценам, новинки из следующего каталога, но уже не в серии демо. Здесь можно заказывать любое количество этих наборов, любое количество этой продукции без ограничения. Сумма этих продуктов войдет в сумму вашего заказа, но скидки подлежать уже не будет. Скидки подлежат у нас только товары из каталога. Также на этой странице представлены различные программы для представителей. Вы это все здесь увидите, можете внимательно прочитать и заказать. Также на втором шаге представлены наборы пробных образцов. Это различные категории: и декоративная косметика, и парфюмерия, и крема. Также можете воспользоваться данными наборами. Как правило, они тоже даются по сниженным ценам. Все, что мы хотели, мы заказали на втором шаге. После этого внизу страницы нажимаем на слово «Продолжить». Мы перешли на шаг 3 «Макси-выгода». На этом шаге мы уже с вами видим, какой размер скидки будет у нашего заказа. И для нас дана подсказка, на какую сумму еще нужно добавить заказ, чтобы получить большую скидку. Ниже на странице находится напоминание о различных наиболее выгодных предложениях, которые есть в текущем каталоге. И мы можем с вами прямо на этой странице заказать то, что нам понравилось. Нужно для этого нажать на слово «Заказать», выбрать продукцию, которая нам нужна, добавить количество и нажать на кнопку «Добавить в заказ». Страница обновляется. Данное окошечко мы закрываем и продолжаем смотреть все предложения, которые есть на шаге 3. Также на шаге 3 есть возможность воспользоваться распродажей, которая находится в разделе «Макси-скидка». Здесь даны продукции из прошлых каталогов со скидкой до 84%. Для того, чтобы посмотреть все предложения, нужно нажать вот на такую кнопочку с розовой стрелкой. Просматривайте все предложения, и если что-то вам здесь понравилось, вы также нажимаете на слово «Заказать» и добавляете в свой заказ. Вся продукция, которую мы заказываем, и распродажа попадает в нашу сумму заказа, но скидки будут подлежать только товары из каталога. То есть здесь указаны цены, по которым мы уже получим продукцию. Для того, чтобы перейти на следующий шаг, мы нажимаем на слово «Продолжить». Попадаем на шаг 4 – оформить заказ. На этом шаге мы видим еще раз все наименования продукции, которую мы заказали. Находясь на этом шаге, мы с вами можем также откорректировать наш заказ. Мы можем поменять количество. Также мы можем удалить то, что нам не нужно. После этого, после обновлений, нужно нажать на кнопку «Обновить заказ». Появляется всплывающее окно «Вы не сохранили сделанные вами изменения». Сохранить? Окей. Нужно обязательно сейчас нам еще заполнить поле «Количество клиентов». Это поле обязательное для заполнения. Давайте чуть-чуть спустимся вниз.
Вот оно, это поле. Ставится количество клиентов, которые заказали вам продукцию. В том числе вы считаете саму себя. Давайте снова сохраним наши изменения, нажав на кнопочку «Обновить заказ». Вы не сохранили изменения, сохранить – ОК. И вот все нужные нам изменения, они сейчас сохранились. Если нам нужно вернуться назад и дозаказать какую-то продукцию, мы можем с вами нажать на кнопочку либо «Каталог», либо «Продукты из каталога». Давайте нажмем. И мы снова с вами попали на шаг 1 «Добавить к заказу». Мы можем сюда еще внести продукцию, которая нам нужна, которую мы с вами не дозаказали. И также, спустившись вниз страницы, нажимаем на слово «Продолжить». Мы не сохранили сделанные изменения, сохранить «ОК». Снова попадаем на шаг 4 и еще раз проверяем заказ. Прошу обратить ваше внимание на то, что когда в каталоге существуют различные спецпредложения, например, два продукта за определенную цену, или купите там что-то со скидкой при условии, что нужно заказать еще продукцию. Очень часто на этом шаге, когда вы будете видеть цену за единицу, она будет стоять полная, без учета спецпредложения. Пожалуйста, на это внимание не обращайте, вы всю продукцию получите по цене спецпредложения, если выполнены эти условия. Вот, к сожалению, у нас на сайте в данном разделе вот такая есть особенность. Давайте спускаемся ниже. В следующем разделе «Рассчитать заказ» вы видите сумму вашего заказа по ценам каталога. Обратите внимание, чтобы сумма вашего первого заказа была не менее той суммы, которую я сообщила вам в письме. Выполнение этого условия позволит получить скидку 31% на ваш первый заказ и подарок от компании по программе «Выбирай лучший старт». Ниже идет информация о доставке. Будет написано адрес почтового отделения, куда будет доставлена ваша посылочка, ваш заказ. Также будет стоять дата доставки этого заказа. Именно в этот день ваш заказ уже будет на почтовом отделении. Вы берете паспорт и идете на почту, не дожидаясь квитанций и дополнительных извещений с почты. Вы также можете назначить доверенное лицо. Это очень удобно в случае, если вы сами не можете получить заказ. Вы можете вписать фамилию, имя, отчество человека, который будет получать вместо ваш заказ, ваш адрес электронной почты, а также серию и номер паспорта того человека, кто будет получать заказ. Нажимаете на слово «ОК». При получении в листе доставки будет стоять две фамилии – ваша и доверенного лица. И любой из вас сможет прийти со своим паспортом получить этот заказ. Спускаемся ниже. В поле «Информация о заказе» поле, обязательное для заполнения количества клиентов, мы с вами уже поставили. А также есть поле «Задекларированного возврата». Сюда вписывается сумма возвращенной продукции, которую вы не оплатили и сделали возврат. Если у вас возврата нет, сюда ничего вписывать не нужно. Давайте спустимся ниже. Обратите внимание, у нас существует в компании индикатор наличия товара на складе, так называемый светофор, где цветом обозначено наличие товара на складе, товарных запасов. Где это можно посмотреть? Давайте поднимемся выше по странице, в самое ее начало, к нашему заказу. И напротив каждой позиции вы увидите кружочек разных цветов. Ну вот в данном случае все, что я заказала, весь товар есть на складе.
Если у вас будут стоять кружочки другого цвета, ну, например, желтого или красного, я вам советую эту продукцию из заказа не убирать, потому что, когда вы оформляете заказ, он будет собираться не в этот день, а через какое-то время. И, возможно, уже продукция на складе появится. И в данном случае это будет для вас просто как предупреждение, что, возможно, какой-то товар отсутствует. Также обратите внимание, что с вашего счета будет списываться рубль за каждый печатный материал. Это каталоги, либо брошюры. Вы можете отказаться от этого получения, но я думаю, что не стоит, потому что каталог стоит 29 рублей, а здесь вам компания будет один экземпляр вкладывать всего за рубль. Мы можем вернуться на предыдущую страницу шаг 3 максивыгода или продолжить свой заказ. Нажимаем на слово «Продолжить». И мы попали на заключительный этап, когда можно отправить заказ в Avon. Вот если вы еще находитесь до этого этапа, на любом из шаги, можно заказ откорректировать, что-то добавить, изменить, убрать. Если вы нажмете на кнопочку «Отправить заказ в Avon», таких изменений внести уже будет нельзя. Поэтому мы еще раз с вами обязательно проверим весь заказ, проверим дату, адрес доставки и весь заказ, который мы с вами скомплектовали. Он будет уже на этой странице представлен с учетом скидок, размера скидок на каждую позицию. Вы все это сможете посмотреть, что дается, с какой скидкой. И будет дана примерная сумма, которую нужно будет заплатить за этот заказ. Если у нас с вами все, весь уже заказ сформирован, нас все это устраивает, то мы нажимаем на кнопочку «Отправить заказ в Avon». Еще один важный момент. Почему не нужно спешить отправлять заказ в компанию? Давайте я вам покажу график сдачи и получения заказа. Это очень важный момент. Для этого поднимемся вверх страницы и на черном горизонтальном меню войдем в раздел «Мои заказы», «Даты заказа» и «Доставки». Здесь вы видите номер текущего каталога, в данном случае 7, а также 3 недели, когда мы можем сдавать и получать заказы. Ваш заказ всегда будет доставляться только один раз в неделю на почту. Поэтому, чем раньше вы отправляете заказ, это не значит, что он раньше появится на почте. Поэтому не стоит спешить, а стоит посмотреть на график сдачи и получения вашего заказа. Давайте разберем на примере. Например, идет первая неделя каталога номер 7. Последний день, когда мы хотим сдать первый заказ, это будет 11 мая, соответственно, получим мы этот заказ 16 мая. Если сегодня 5 мая, и я хочу отправить заказ, он все равно придет только 16 мая. Поэтому я вам советую, когда вы формируете свой заказ, вы можете его оставить на сайте, закрыть эту страничку, выйти, начать заниматься другими делами, например, пройти обучение. Ваш заказ будет сохранен. Вот давайте я вам сейчас покажу. Мы зайдем на главную страницу нашего офиса на сайте компании, и вправо на голубом фоне вы увидите в разделе «Незавершенные заказы» информацию, что обычный наш заказ в компании 7 не завершен. То есть в любое время мы можем зайти к себе на страничку, нажать на слово «Нажмите здесь». Мы снова попадаем в свой заказ. Если нам нужно что-то добавить, изменить, исправить, мы еще сюда добавляем. И в день отправления заказа, который у нас обозначен на графике, мы можем зайти и завершить свой заказ, нажав на кнопочку «Отправить заказ в Avon».
То есть для нас выгодно сделать пусть один, но большой заказ по каталогу. Не делать много маленьких, несколько маленьких заказов, потому что сумма заказа влияет на вашу скидку. Обратите на это внимание, помните всегда. А также это влияет на выполнение вами программы «Выбирай лучший старт». После того, как мы нажали кнопку «Отправить заказ в Avon», страница у нас обновляется. Вы должны получить сообщение «Спасибо, заказ отправлен в компанию» и подробности вашего заказа. После того, как вы отправили заказ в компанию, можно проверить его статус. Для этого вы в меню выбираете «Мои заказы», «Информация о заказах». Нажимаем. Опускаемся чуть ниже по странице. И вы видите свой заказ. Стоит номер компании, по которой вы сделали заказ, номер заказа, дата, когда вы отправили заказ, индекс пункта выдачи, тип заказа и статус вашего заказа «Заказ получен». Пока что у вас не выставлена счет-фактура, нет количества коробок, нет даты и нет суммы счета. Это будет выставлено чуть позднее, после того, когда компания обработает ваш заказ. После того, как заказ обработан, вам на мобильный телефон поступит смс-сообщение, в котором будет написано, когда получать, где получать, сколько коробок и сумма к оплате. Именно в этот день вы берете паспорт и по режиму работы почты приходите и получаете свой заказ. Когда вы получили смс-сообщение, вы сможете также зайти в раздел «Мои заказы. Информация о заказах» и посмотреть уже выставленную счет-фактуру, а также количество коробок, всю информацию о вашем заказе. Для того, чтобы посмотреть счет-фактуры, вы нажимаете на красные циферки. И вам открывается документ «Счет-фактура». Это такой же документ, который будет вложен в ваш заказ. Здесь будет написано, что вы получили и сколько это стоит. Стоит сумма к оплате. Также вы будете видеть документ, который называется «Расчет процента скидки вашего заказа», в котором видно, что войдет в ваш заказ, какая была база вашего заказа, какая сумма скидки, а также сумму к оплате. Также вы видите баланс. Ну, в общем, это в принципе вся та же информация, которую вы получаете вместе с заказом в печатном виде. Вы можете уже заранее, до получения заказа, посмотреть всю эту информацию.